Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите к нам в гости. Так, доченька, где мы раньше жили? В Хабаровске. Да, почему вы уехали? Там было холодно. Было холодно, были комары, были мошки. И поэтому мы решили уехать сюда, в город, в другой город. Однажды побывал здесь, очень понравилось. Да. Жена однажды посмотрела папку по больным. В Хабаровске у нас была такая папочка, здесь вообще вот такая вот. Ну, конечно, бывает, что соплей там и так далее. Тебя, ну, понимают, просто ты говоришь. Да, но по болезням, да. То есть здесь дочек климатит. Вот так вот, видите, какая заводная. Да, ребенок здесь стал меньше болеть. Очень благоприятный климат для детей. Очень нам здесь нравится все, от моря до гор, климата, то есть люди очень добрые, отзывчивые, соседи прекрасные в этом комплексе. У тебя много здесь друзей? Да. Очень много. Что вы любите делать? Купаться в бассейне любите? Да. Кататься на самокатах? Да. Во дворе, да, гонки устраивают? Да, нравится, гонки устраивают, купаться в бассейне, играть в бассейне, на детской площадке играть. Оксана, помнишь, к нам приезжали друзья с Краснодара? Да. Как бы там теплый город, а Димке понравился наш комплекс. Они, да, вот у нас много где были, они ездили по миру. Сюда они приехали, очень сильно удивились, что здесь такой, можно сказать, райский уголок. Правда. Да. Очень понравилось. Им понравилось и хотят, думают о том, что вступить здесь тоже в жилье. Купить именно в Гринпэлосе. Покупались они здесь. А, еще с маленьким ребенком они приезжали. Да, им понравилось очень сильно. И второй момент, мы скидывали фотографии родителям, сестре. Сестра вот приедет в июне, тоже жаждет прям попасть сюда и посмотреть этот комплекс. На фотографиях они вау, все говорят, как всем классно. Нравится. Я купаться начал здесь уже месяц назад, а там холодно еще было. Ну и в планах у сестры тоже сюда переехать. Ну и родители, конечно, я хочу перетянуть сюда, потому что, чтобы достойную пенсию здесь пожили, как бы. В этом климате шикарно. Ну, может быть, здесь тоже купим им квартиру. Вот такая. Будем жить все вместе, дружная, да, семья. Да, будет все вместе, дружная семья. Гринпэлос супер.